До 1 апреля все калининградские природопользователи обязаны отчитаться об отходах производства в региональный кадастр. Это сельхозпредприятия, фермы, заводы, фабрики и даже небольшие фирмы и компании, на которых образуются любые виды отходов. Для чего нужен региональный кадастр и что грозит нерадивым бизнесменам, расскажет Олег Петров. По оценкам экспертов, калининградские предприятия в год производят 550-600 тысяч тонн мусора. Кадастр необходим для создания региональной программы и генеральной схемы по обращению с отходами, расчетом мощности предприятий по переработке. Однако отчитываются пока не все, поэтому составить полную картину не удается. В итоге это поможет всем нам объективно оценить ту ситуацию, которая имеется, и сделать правильную программу и правильно рассчитать наши природоохранные мероприятия. Еще одна проблема – закрытость кадастра для общественных организаций и экологов. Осуществляет контроль в этой сфере служба по экологическому контролю и надзору Калининградской области. Без должного контроля и без должного доступа к информации широкого этот инструмент не может быть эффективным. Более того, он создает достаточно серьезные коррупционные риски, когда доступ есть только, так скажем, у надзорного органа и регионального оператора, который осуществляет техническое сопровождение и одновременно, кстати, выдает различную разрешительную документацию. Из 3500 природопользователей в прошлом году сведения представили чуть более 600. В этом году ожидается около 1000 отчетов. В течение нескольких дней после окончания периода регистрации мы передадим все сведения в службу соответственно, в прокуратуру районную, и там уже природопользователи могут быть оштрафованы. Нарушителям грозят административные штрафы, должностным лицам от 10 до 50, а юридическим до 100 тысяч рублей. Олег Петров, Максим Соловьев, служба новостей.